парничок с перцами и баклажанами. Ну, как мы видим, много разных у нас тут перцев. Ну, это вот первый ряд, это блонди. Это, наверное, тоже блонди. Дальше у нас идет джили. Вот он начинает краснеть, хотя я вам скажу, не всегда мы ждем, чтобы оно было красное. Оно и желтое тоже вкусное. Но он должен, конечно же, покраснеть. Тут пока дождешься. Хотя июль месяц, начало июля. Для перца это хороший сезон. Вот. Тут у нас сорт трапез. Новый сорт мы посадили, посмотреть, что это такое. Вот. Тут у нас подарок Молдовы. Но я вам скажу, ломаются очень ветки. Вон, мы видим, уже перец один вообще сломался. Очень хрупкие. Чуть-чуть и она падает, чуть-чуть и ломается, не знаю. Вот. Ну, мы как заметили, блонди и джили нам вполне, нас вполне удовлетворяют. Поэтому остальные сорта, вот, это как для пробы. Раз посадили, не понравились, больше садить не будем. Это у нас сорт Этюд. Я вам скажу, он не очень. Пока не очень, плодов немного. Все, что не очень, неинтересно. Red Baron. Ну, еще такие плоды. Вот, что-то есть. Что тут у нас еще? Это у нас будет Капило. Видите, даже есть красненький Капило. В прошлом году он у нас тоже был. Нормальный сорт, интересный такой. Если брать баклажаны, баклажаны, конечно же, надо выборочно смотреть, что садить. Биба, Оливия. Ну, я вам скажу, что нас биба вполне устраивает. Вот бычий лоб, плодов почти не вижу. Не могу понять, что это такое. Вот, вот это вот биба примером. Вот это биба у нас. И плодов, как мы видим, в июле месяце уже не первые плоды. Но их много, нас устраивает этот сорт больше всего. А есть тут еще у нас снежный, тоже белый. И такое бедненькое, бедненькое состояние, будто место зря занимает. В общем, вот такая вот история с баклажанами. Всем пока-пока.